Всем привет, друзья, с вами Неломоб. Сегодня мы продолжим играть в игру под названием Тук-Тук. Еще тут овечка будет мне помогать по имени Цезарь. Будет у меня на плече сидеть и что-то мне тут подсказывать. А мы нажимаем продолжить и погружаемся в мир страшного дома. Вот он я, появился. Что я хочу вам сказать? Тут, наверное, осталось еще, наверное, игры на серии 2 или 3. Но примерно эту серию хочу записать где-то на полчасика. Посмотрим, что из этого все, конечно, выйдет. Так, нужно открыть. Значит, ух ты, какой дом большой. Отлично. Домики большие мы любим. Мне подсказывали, что когда я выхожу из дома, лучше свет выключать, чтобы не привлекать никого к себе. Ну, в принципе, если же там кто-то появится, тогда он вырубит мне лампочку, испортит. Вот здесь, в принципе, мы прошли. Я вот не знаю, какую лучше часть сейчас, нижнюю или верхнюю проходить. Давайте вначале нижнюю пройдем. Ну как пройдем? То есть мы сейчас здесь везде зажжем свет. Ух ты, появился какой-то... Что-что? Надо проснуться по-настоящему. Тогда все кончится. Гляньте-ка, вон какой-то человечек стоит с листьями. О, пропал. Отлично. Не надо мне никаких человечков левых. Так, тут сейчас будем ремонтировать. Вниз. Будем ли мы идти вниз или нет? Честно говоря, мне хочется сначала... Опа. Должен признать очевидное, но не умеет. Это выше его сил. Так, глаза закрывать тоже не хочет. Отказывается. Значит, идем дальше. И заодно присматриваемся. Вдруг где-то призрак появится. Так. Глаза опять не закрывают. Что ты будешь делать? Так, полезли наверх. Полезли, полезли. Здесь нужно тоже все включить. После того, как я это все включу, я полезу в подвал, вниз, под землю. Глаза... О, закрыл. Молодец, первый раз закрыл свои глазенки. И что тут появится сейчас? Хоть бы часы, хоть бы часы. Ну, 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 что-нибудь, давай. Кровать. Ну, за кровать, в принципе, я могу прятаться. Тоже неплохая штуковина. Хорошо, если что вдруг, она иногда меня неплохо... Опа, что-то взорвалось, там что-то произошло. Быстренько туда бежим, 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 бежим. Выключаем свет, включаем, проходим быстренько. О, закрыл глаза, отлично. Тут, значит, что-то сейчас появится. Кто-то закрыл двери. Что тут появилось? Кто там закрыл двери? Кто там? Кто здесь? Так, тихонько, тихонько, тихонько. Здесь жарко. У тебя жар? Глаза не закрывает. Ой, что-то кричит. Кто-то... Где? А, внизу. Это я хожу маленький внизу, гляньте-ка. Реально я лампочки чиню. Мой призрак ходит. Что здесь происходит? Такого еще не было. Я первый раз тебя вижу. Надо бежать вниз. Галлюцинации. Это от... Долгого недосыпа. Я слишком мало сплю. Из-за всех этих страшилок мало сплю. А внизу вон ремонтирует лампочку. Пропал. Куда я убегаю? Никуда я не убегаю. Так, двери. Мне хочется попасть наверх. Где? О, тут что-то произошло еще. Лампочка тоже. Может быть, здесь что-то еще новое появится. Это же я хожу! Я призрак внизу, вон! Че он туда пришел? Что он делает? Что происходит? По-моему, какой-то стаканчик появился. А что будет, если я сейчас вниз спущусь? Скорее всего, мне лучше самого себя не встречать. Попробуем. Это я! Это же я! Пропал. Что это все значит? Так, быстренько уходим с этой комнаты. Она мне не нравится. Вот опять я! Ты что тут делаешь? Ты что тут? Уходи отсюда! Это я сам себя встретил. Так, он и пропал. Так, надо выключить, это выключить надо. Это... Говорит, наконец-то я дома. Что? Это не мой голос был. Какой-то призрак меня здесь ходит. Неужели я действительно мертв? Вот он пополз вниз. Вижу. И тут... Вижу. Что ты видишь? Я тоже тебя вижу. Закрыли глаза. Вон, еще один я. Везде я бегаю. Что происходит? Почему я тут брожу? Почему? Что... Это нормально вообще? Я забыл свет выключить. Куда? Что? Где? Везде я бегаю. Тут что-то будет? Нету ничего. Спускаемся вниз, срочно вниз. Надо спуститься вниз. Ты что тут делаешь? Еще один я. Три меня.
Я чувствую, ты жар, говорит. Так, выключаем свет здесь. Сюда. Тут никого, никого. Лезем вниз, вниз, короче. Так, здесь чиним, чиним, чиним. Чиним, чиним, чиним. Чиним, чиним, чиним. Возможно, что-то здесь будет. О, глаза закрыл. Часы, дайте мне часы. Я не выдержу здесь так долго. Часы, 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 часы. А, какая-то мельница непонятная. Это неинтересно. Это вентиляция, скорее всего. Где призраки? Глаза закрываешь? Нет? Нет, не закрывает. Лезем вниз. Так, здесь что? Включаем. А, ремонтируем. Ремонтируем. Где я? Где я? Где я? Вон два человечка вверху. Глаза закрыл. О, отлично. Возможно, здесь часы. Я дома. Есть кто-нибудь? Конечно, есть. Тут ничего полезного не появилось. Ремонтируем тут. Нужно будет двери эти, наверное, взломать. И там, скорее всего, будут часы. Если это так, это будет очень классно. Так, взламываем. Ой-ой-ой, чего, чертополох какой-то. Что это было? И хорошо, что я отошел. Вот он покатился дальше. Так, тут выключим лучше свет. А тут будем ремонтировать. А, глаз! Глаз меня бьет. В глаз лучше, когда глаз есть, лучше не ремонтировать, правильно? Опять появился. Немножко повременим. Кто идет? Никто не идет. Все в порядке. Никого нету. Наверное. Так, ну я запомню, что там глаз был. Внизу, в самом низу. О, стоп, глаза закрывал? Да. Вон они там бегают сверху. Какие-то чудовища кричат. Ну? Что появилось? Какая-то тряпка, ведро. Ну, как бы есть, с одной стороны, с другой стороны и нету. Так, свет нужно лучше, как мне говорили, выключать. Не оставлять свет включенным. О, привет. Ты что, ты не крути, не трогай лампочку. Крутит он мне там. Так, тут ничего нету. Хорошо, лезем наверх. Значит, поползли. Ой-ой-ой-ой, молния, молния. Ремонтируем. Занимаемся ремонтом. Так, а здесь я был? По-моему, в этой комнате я не был. А, что-то нашел. Так, что происходит? Лезем вниз. Я хочу попасть в комнату, которая соседняя. Которая тут была слева. Вот здесь. Успею я? У меня время. Я, кажется, прошел уровень. Время уже, уже утро наступило почти. О, что-то отремонтировал. Но глаза не закрывает. Значит, здесь ничего полезного нету. Все, прошли уровень. Прошли, прошли. Вон сколько, три призрака, три нашел. Прикольно, конечно, такого еще не было. Фух. Ну, прошли. Это был, наверное, дом без призраков, которые злые. Это был мой реальный дом. Скорее всего, сейчас дальше будет... Ух ты, что пишут? В эту игру нужно играть так, они видны только в темноте, поэтому надо выключать в доме свет и открыть все двери. Как только одна из дверей захлопнется, закройте глаза и скажите: «Я рад вас видеть. Спасибо, что пришли. Если все было сделано правильно, вы на мгновение увидите накрытый стол. За столом будут сидеть люди и внимательно смотреть на вас. Запомните их лица, вспомните их голоса. Это и есть те невидимки, которых вы поселили в своем доме». Ого! Ого! Ну это же какая интересная игра. Нет, только что я был на глазу, а вот теперь я буду в настоящем своем доме, получается. И это что, последняя карта? Или это предпоследняя? Там какой-то дальше такой монстр нарисован. Сейчас посмотрим, что здесь будет. Так, вот мы и проснулись. Вот мы и проснулись. Свет выключай. Я не могу выключить свет. И тут не могу выключить, Я нажимаю пробел, и свет... Не могу отремонтировать. Что происходит вообще? Сверху какое-то чудовище огромное! Это кто такой? Какой-то непонятный призрак. Какой-то монстр, я бы даже сказал. Как тут ремонтировать? Скорее всего, это был какой-то глюк. Я решил выйти и перезайти в игру, нажать продолжить и глянуть, что сейчас произойдет. Появились мы в доме в своем опять-таки. Да, все хорошо. Лампочка горит. О, теперь работает. Тогда, видимо, какой-то глюк был. Сейчас оно включается, выключается. Вот чудовище появилось сверху, это чудище гороховое. Так, будем сейчас пытаться как-то с ним бороться, получается, да? Ну, я испугался, я очень-очень-очень боюсь. Дальше что? А вот лампочка загорелась одна сверху. Тут мы сможем зажигать что-то. О,
Теперь можем зажигать, отлично. Раньше у нас не получалось зажигать вообще ничего. Мы посадили лес, чтобы спрятать дерево. Интересная. Интересная штука. Так, вот оно сверху там. Пытается меня поймать своими ручищами. Так, по-моему, глаза не закрываются, значит, мы можем двигаться дальше. Свет я специально не выключаю, чтобы я мог быстрее двигаться. Надеюсь на то, что мы сейчас доберемся на самый верх. Кто-то все время таращится на меня снаружи. Что тебе от меня нужно? Разве со мной что-то не так? Так, все с тобой так, все с тобой так. Беги за часами. Беги, 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 не обращай на что внимания. Так, вот эти часики можно забрать. Забрали, кажется. Отлично, теперь будем искать еще часы. Тут больше ничего не появляется. О, двери открылись. Отлично. По идее, мы можем зайти сейчас в лес, пойти в лес, но там это чудовище будет в лесу, я так подозреваю. Так, я тебя вижу. Ты кто такой? Я тоже не знаю, кто это такой. Но какое-то чудовище меня теперь преследует. Получается так. Так, свет здесь включили. Давайте включим везде свет, чтобы у нас было уже безопасней. Я надеюсь, что, возможно, мы еще все-таки найдем где-то сейчас лампу. Еще немного себя приблизим к концовке. Так, тут мы все зажгли. Еще получается, кроме этой, мне останется... Помоги мне. Ничего тебе не мерещится. Ого. То есть меня предупреждают, что это все по-настоящему? Так, мы можем сюда спуститься вниз, получается. Здесь сразу ты себя запустил. Твой дом заколочен, сжат и опустошен. Восстановить его лучше как можно скорее, потому что она уже близко. Так, нужно везде свет, значит, зажечь. Восстанавливаем, восстанавливаем. Делаем все по красоте. Так-с. И теперь... Какой-то замок щелкнул. Кто там? Опа, тут что-то... Моргнуло что-то. Опа. То, что в доме кажется страшным, перестанет пугать, если ты выйдешь в лес. Прикоснись к ним без страха. Открой глаза. Не бойся видеть, не бойся смотреть. Это не смерть, а просто твое время. Смерти нет. Что они все... Что они этим все хотели мне сказать? Этим всем. Так, ну, один свет сейчас внизу зажгу. Последний как бы. И один свет, еще одна лампочка вон там... Вверху у меня останется. Тогда у меня будет весь дом гореть. Так. Если ты чего-то не видишь, это не значит, что этого нет. Ну, понятно, понятно. Философия пошла. Какая-то философия. Поползли, поползли. Быстренько, быстренько. Быстренько наверх. Нужно там свет тоже зажечь. И после этого пойдем в лес. Он потерял меня, когда я был совсем маленьким. Потом он тоже... Повернулся, что-что? Перестал меня видеть. Он сошел с... Там что писали про рассудок, по-моему, да? Что-то случилось с его здоровьем. Психологическим. Так, ладно. Выходим на улицу. Выходим. И лампочка в концовке сгорела одна. Так, мы на улице. Первый раз вижу, чтобы тут чудовище стояло. Мне говорили, чтобы я не боялся к ним прикасаться, правда же? Наверное, это было... Верное решение, что я к нему подошел. О, еще один, еще два листочка нашел. А сверху какая-то полоска белая. Первый раз ее вижу. Что эта полоска означает? Непонятно на самом деле. Я просто топаю, топаю, топаю. А если мы сейчас еще и девочку найдем, будет вообще... Вон там одно, смотрите-ка. Мне говорили, чтобы я их не боялся. Попробуем подойти. Оно пропало. Пропало привидение. В лесу начали появляться привидения. Хотя раньше их не было. О, еще одно привидение вверху. Попробуем сейчас его тоже словить. А, вон там еще листочки сверху. Опа. Они как-то пропадают сразу, что ли? Вот вверх, вверх, вверх. О, есть. Кажется, схватил его. А нужно ли это так делать? Без понятия. Мне кажется, эта полоска белая сверху вообще никак не меняется. Я пришел снова к дому. Давайте зайдем в дом. Девочка поет, слышите? В дом. Лезем в дом опять. Куда меня? Куда меня сейчас? Опять в глаз. Но это мы уже в следующий раз будем проходить. В глаз, а потом еще дом. То есть у нас еще будет еще одна серия по-любому, да? Получается так. Но уже сверху появилась белая подозрительная полоска. Видимо, это какая-то шкала жизни босса. Глянем сейчас. А, уже нету сверху этого человечка.
Пока я тут сплю и играю, оно приближается ко мне там, наяву, поэтому теперь надо все делать шустро. Теперь мне совсем не до игр и не до гостей, потому что они не хотят впускать меня отсюда, Придется избегать их с удвоенным усердием. Это очень легко, нужно просто их не видеть. Ого. Страшненько. Ну, это поиграем в следующий раз. С вами был Ниломоб и маленькая овечка по имени Цезарь. До скорой встречи. Пока-пока.